Всемирная рецессия, европейский долговой кризис, прочие финансовые кризисы. На фоне этого доверие к государственным валютам сильно пошатнулось. Этот всемирный шторм стал идеальной колыбелью для рождения новой криптовалюты биткоин. С момента создания интернета были попытки создания виртуальных денег, но они не могли решить проблему двойных расходов. Понятие двойных расходов заключается в том, что если виртуальные деньги – это просто информация, то их цифровой ключ может быть скопирован и использован неоднократно. Способ решения проблемы – это проверка цифрового ключа в доверенном источнике. Но если источник один, то он может быть взломан, что требует отказа от единственного доверенного источника. 2008 год. Инновации. Биткоин обходит это с помощью цепочки блоков общественного регистратора транзакций, где каждая транзакция подтверждается обширной децентрализованной сетью компьютеров. Август 2008 года. Bitcoin.org зарегистрирован. Октябрь 2008 года. Утвержден дизайн биткоин. Создателем биткоин является Сатоши Накамото. Скорее всего, псевдоним. Никто не знает, кто скрывается за этим псевдонимом, хотя существует много предположений. Известно лишь, что Сатоши Накамото в переводе с японского значит «ясно мыслящий внутри системы». Сатоши – неизвестный гений математики, хорошо разбирающийся в криптографии. Последние изменения в код Сатоши внес в середине 2010 года и после этого передал бразды правления Гэвину Андерсону, ведущему разработчику биткоин. Январь 2009 года. Сеть биткоин начинает работать с выпуском первого клиента биткоин с открытым исходным кодом и выдачей первых биткоин. Сатоши Накамото майнит первый блок биткоинов номиналом в 50 BTC. Он стал известен как Genesis Block. Успешно проводится первая транзакция от Сатоши Накамото к Халлу Финни. Октябрь 2009 года. Установлен курс $1 за 1.3903 BTC в качестве стандарта New Liberty Standard. 2010 год. Май. Первые биткоин проданы по курсу 1.30 BTC за 0,003 доллара. Ласло Ханич, программист из Флориды, совершил впервые в мире первый настоящий биткоин-перевод размером в 10 тысяч биткоинов за заказ двух пиц. Июль 2010 года. Начала работу самая большая и известная биткоин-биржа MTGOX. Забавный факт. MTGOX была открыта для торговли карточками настольной игры Magic the Gathering. Август 2010 года. Обнаружена крупная уязвимость в протоколе биткоин. 6 августа транзакции не проверялись перед включением в журнал цепочки блоков, что позволяло пользователям создавать неограниченное число биткоин. 15 августа уязвимость была использована, и больше 184 миллиардов биткоин были переданы в одном переводе. Спустя час перевод был обнаружен и удален из журнала цепочки блоков. Это была единственная крупная уязвимость, найденная и использованная за всю историю биткоин. Ноябрь 2010 года. Суммарный объем биткоин достиг 1 миллиона долларов США. 2011 год. Биткоин у всех на слуху. Февраль 2011 года. Доллар снимает шляпу перед биткоин, так как биткоин стоит как доллар. Апрель 2011 года. Журнал Forbes публикует статью «Криптовалюта» о биткоин. Июнь 2011 года. WikiLeaks начинает принимать пожертвования в биткоин, а рыночная капитализация составила 206 миллионов долларов. Gawker публикует историю о Silk Road, сайте, продающем запрещенные товары за биткоин. В это же время из биржи MTGOX утекла таблица, содержащая 60 тысяч логинов, имейл-адресов, хэшей, паролей. Многие пользователи из утекшей базы MTGOX использовали те же данные для MyBitcoin, популярного биткоин-кошелька, и их пароли взломали. 600 пользователей потеряли свои деньги. MTGOX, крупнейшая биткоин-биржа, производившая 90% сделок по обмену, признала утечку информации. Позже кто-то получил административный доступ и разместил сотни тысяч заявок на продажу фальшивых биткоинов, заставив цены на MTGOX временно обвалиться с $17.51 до 1 цента. MTGOX объявила, что эти сделки будут пересмотрены, и торговля приостановилась на 7 дней. 2012 год. Восстановление доверия. После взломов 2011 года биткоин почти целый год восстанавливал доверие пользователей. За это время произошло несколько событий. Открыт первый биткоин-магазин. Первый музыкальный альбом продан за биткоин. Первая судебная тяжба из-за биткоин. Впервые
биткоин применен в качестве кредитного дефолтного свопа. Впервые о биткоин рассказывают в школе. Первая машина продана за биткоин. Первая больница принимает биткоин. Первое такси принимает биткоин. Первый крупный сайт стал принимать биткоин. Октябрь 2012 года. Европейский Центробанк теперь вынужден считаться с биткоин. По их словам, виртуальные валюты могут оказать негативное влияние на репутацию центральных банков, если их использование значительно возрастет. Этот риск следует учитывать при оценке общего положения рисков центральных банков. Ноябрь 2012 года. Биткоин празднует первый двойной день. Раз в 4 года награда за майнинг нового блока увеличивается в 2 раза. 2013 год. Многообещающее будущее. Февраль 2013 года. Один биткоин стоит больше одной унции серебра. Также биткоин начинает принимать социальный новостной сайт Reddit. Март 2013 года. Капитализация достигла 1 миллиарда долларов. В этом же месяце происходит ошибка в цепочке блоков на разных компьютерах с разными версиями биткоин-кошельков. В результате они не признают блоки друг друга действующими. Это создает разделение транзакций в журнале и дает использовать одни и те же деньги на две разные цели. MTGOX временно замораживает средства в биткоин, и цены теряют от 23% до 37%. Разделение было быстро устранено, и цена быстро восстанавливается. А в это время Кипр объявляет банковские каникулы и решает изъять часть денег со средств клиентов. На фоне этого цена на биткоин взлетает. Уже в апреле он стоит $200. Май 2013 года. США замораживает счета MTGOX, узнав, что MTGOX не зарегистрирован в Министерстве финансов в качестве обменника валют. Октябрь 2013 года. ФБР закрывает Silk Road и арестовывает создателя, обвинив в убийстве, а также наркоторговле. В результате цена на биткоин падает, но восстанавливается. Затем становится известно, что ФБР заморозило 26 тысяч BTC создателя Silk Road. Тем временем в городе Ванкувер, Канада, открыт первый в мире биткоин-банкомат. Ноябрь 2013 года. Председатель ФРС Бен Бернанке отправляет письмо Сенату США, в котором пишет, что ФРС не имеет права контролировать криптовалюты. Цитата из письма. «Мы должны придерживаться положительной политики в отношении новшеств, которые способствуют более быстрому, более безопасному и более эффективному денежному обращению». В это же время компания Virgin Galactics анонсировала прием оплаты за космические путешествия через биткоин. Тем временем биткоин преодолевает отметку в $1000 и даже временно стоит больше одной унции золота. Один биткоин стоит больше в 300 тысяч раз, чем биткоин на первых торгах в 2010 году. Декабрь 2013 года. В начале декабря 2013 года Народный банк Китая объявил, что запрещает банкам использовать биткоин. Цена на биткоин рухнула до $600, но восстановилась до $900 000. Несмотря на попытки некоторых государств, в том числе и России, пресечь распространение криптовалюты в связи с отсутствием контроля над ней и непониманием всех ее возможностей, а также несмотря на такие события, как приостановление работы биткоин-биржи MTGOX, капитализация криптовалюты неуклонно растет. Доверие к криптовалюте не падает. Ведущие компании, специализирующиеся в области торговли виртуальной валютой, заявили, что координируют свои усилия с целью распространения биткоин и не собираются отказываться от нее. За последние 5 лет биткоин прошел путь от эксперимента до полноценной валюты с рыночной капитализацией в миллиарды долларов. Пока будущее неизвестно, но бесспорно одно. Биткоин продолжит разрушать представление людей о правительстве и деньгах.